Сегодня участники Всероссийского фестиваля «Мы вместе» встретились с двукратным чемпионом мира по паралимпийскому велоспорту на треке Алексеем Обыденовым. Сменовцы выстроились в огромную очередь, чтобы задать вопросы первому в истории России чемпиону мира в этом виде спорта. Всегда были те люди, которые меня поддерживали, несмотря ни на что, которые говорили мне, что у меня все будет хорошо. То есть я был вместе с теми людьми, которые меня поддерживали. Я доверял и верил мнению именно этих людей. Я считаю, что это вообще лучший гость, мотиватор для ребят, которые хотят заниматься делом, но видят какие-то ограничения. И это просто пример, что все ограничения у нас в голове, и можно найти способ, как добиться своей мечты, получить хороший результат и быть счастливым. Один из важных советов, который я получил от Алексея, это был напутственные слова к тому, чтобы человек стремился в этой жизни к чему-то большему и никогда не сдавался. Это, скорее всего, основной такой ответ, который меня очень сильно вдохновил, и мне он очень сильно понравился. Учитывая то, что значимость этого мероприятия, к встречам с молодежью я всегда отношусь с большим интересом и всегда рад поделиться какими-то своими мыслями, эмоциями, какими-то своими пожеланиями. И всегда рад быть здесь. И рад, что такие центры, такие пионерлагеря живут, развиваются и двигаются в будущее. Народов